Но мы вас видим здесь. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы поприветствуем Иркутск. Воркшоп «Путешествия в будущее». Hello! Hello! Отключился микрофон у них. Мы вас не слышим. Вот сейчас слышно, сейчас хорошо. Сегодня телемост объединил такие города потрясающие. Это город декабристов Иркутск и потрясающий, очень древний город на реке Волга, город Казань. Нас объединил воркшоп. Посмотрите, у нас воркшоп называется «Путешествие в будущее. Кино плюс IT». Я представлю вам наших профессионалов. Это заслуженный деятель Республики Татарстан. Это у нас Николай Алексеевич. Помогите, ребята. Он учит нас делать кино. Это потрясающий специалист, фотограф Сергей, который запечатлеет нас, нашу историю. Это шикарный продюсер Кузьма с таким сибирским именем Морозов. Он все расскажет о нас. У нас здесь есть организатор номер один, директор Академии Синерджи, Юлия Юрьевна. Привет, ребята! У нас есть такой скромный модератор, ваш любимый Дмитрий Игоревич, центр интернета. Привет, 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 привет. Ну и ваша слуга, hello, ваша слуга, Марченко Вера. Ребята, давайте мы все с вами познакомимся на английском. Будем говорить my name is from, потому что у нас есть республик, ребята. Я думаю, что вы нас услышите. Ребята, давайте сначала вы нам расскажите, как вас зовут, а потом мы скажем, хорошо? Везде по-английски говорят.
Замечательно. Так. А теперь у нас есть еще один молодой человек. What's your name? Данила, вам видно? Иркутск, видно, Данила? Видно. Расскажи что-нибудь ребятам, пожелание от Иркутска, громче, чтобы они слышали. I wish you to learn the best of English and reach for the future. Understand? В общем, он сейчас сказал вам такую вещь, что если будете вы знать английский, то вам очень поможет в будущем. Так сегодня у нас молодой мастер-один, сердце, на весь мир, пожалуйста, улыбайся. Иркутск, сегодня у нас тема телемоста в профессии будущего. Дорогие ребята, и наши ребята в Казани, они тоже впервые слышат эту тему. Я только недавно, 18 минут назад, получила информацию о профессиях будущего. Где обучиться этим профессиям, обратитесь к нам, мы вам скажем, в любом городе России, государственный университет, который обучает. Профессии будущего, Иркутск. IT-генетик. Следующая профессия. Инженер-композитор. 3D-принтеры, что вы. Урбанист-эколог. Строитель умных дорог. Профессия будущего. Оценщик интеллектуальной собственности. Вот у нас очень много интеллектуальной собственности. На всю интеллектуальную собственность нужно авторское право. Это профессии будущего, говорят. Да, какие будут? Следующая. Менеджер краудфандинговых платформ. Тоже замечательная тема. Следующее. Менеджер космотуризма. То есть все будут летать у нас туда, на планете другие. Не такси такое своеобразное, да? Дальше. Молекулярный диетолог. И пока будет другая, наверное. Тишина и пуск. У нас очень шумно в эти вот колоночки, очень шумно. Генетический консультант, простите. Следующее, смотрите, интересное направление. И фермер. Кто это такой? Это фермер, который позволяет посадить сады и огороды на крышах дома. Следующее. Дизайнер виртуальных миров. Следующее. Консультант по здоровой старости. Следующее. Прораб Вотчер. Мне очень понравится. Через цифровые проекты, в общем, строит. Дальше. Эко-проповедник. Следующий. IT-медик. Следующий. Космобиолог. Еще есть проектировщик умной среды. Потрясающе. Сетевой юрист. Шикарное направление. Пока такого нет юриста. И еще есть... Простая такая профессия, но нужная, например, электрозаправщик. На острове Хайнань уже есть такие заправщики. И еще масса профессий, около 15. Обратитесь к специалистам Елене Горбуновой. Здесь у нас Дмитрию Игоревичу. Он расскажет, где обучиться в каком университете. Получайте профессии будущего. Так вот, Данил сказал, что для того, чтобы у вас было будущее крепкое, а не только светлое, богатое, а еще и интересное, нужно знать несколько иностранных языков. Вы какие языки учите, Иркутск, расскажите? Какие у нас языки там учите? Русский, английский. Русский, английский! Замечательно, русский и английский. А ваш замечательный педагог, Алена Викторовна, она еще преподает шикарно французский. Своеобразная такая француженка. У нас пришел потрясающий специалист. Сейчас у нас будет маленькая музыкальная пауза. Я вам представлю. Пожалуйста, вот сюда. Вот сюда, пожалуйста. Ко мне. Ко мне. Будьте добры, Владимир. Его зовут как нашего президента. Ничего страшного. У нас очень тесно в нашей киностудии. Сюда, ко мне, пожалуйста. Сюда. Я пришла, можно одну минуточку? Как раз вот минуточка. Нет, вот сказать, к чему это будет.
в этом мире хорошо. Детство у всех знакомо, на пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Будьте счастливы, поделитесь другим. Это же так омолаживает, правда, Алексей? Да, ребята, правда, отлично. Видите, вы у меня настоящие учредители, я же вас учу. Ну, посмотрите, вот в бизнесе учредители есть, так же, как у нас в университете. Посмотрите, как мы красиво с ним, как устроили все. Кузьма, Юля Викторовна, красота, правда ведь? Данила тут разговаривает на английском, у меня все большое. Чего, мне тут сразу слово помнит камеру. У меня просто там все хорошо видно. Тебя не слышно, там хорошо видно? Прямая трансляция. Вот сейчас. Раз, два, три, проверка связи. Бывают технические сбои. Раз, два, три, проверка связи. 5000 километров телемоста, поэтому ничего страшного, бывают эти технические сбои. Сейчас все слышно. Итак, представляем. Сюрприз. Сейчас даже так, Академия Синерджи что-то хочет добавить. Давайте посмотрим. Это, Надя, тоже сюрприз. Ребята, я вас еще раз приветствую, друзья наши. Привет, привет! Hello! Hello! Правильно. Ребята, мы сегодня собрались не только, у нас не один повод для встречи. Вы как-то знаете, несколько дней назад прошел день рождения нашего центра «Интернатива». Вот эти встречи мы хотели и призвать вас послать такой посыл подать, да? Нашему центру, нашим партнерам, «Интернативе». Поэтому мы всем нашим коллективам дружно поздравляем, ребята, да? Поздравляем! Ребята, подготовите песенку. Ребята, тоже подготовьте. Что желаете имениннику? Давайте я вам быстро пожелаю. Что пожелаете имениннику? Зуба. Развитие. Да, развитие. Да, нет. Успех с клиентами. Дима. Счастье. И вам. Что это красивый позор? Развитие благополучия. Юля, удачи. Илья, здоровье, конечно же. Денег побольше. Творческой энергии. Творческой энергии. Нечерпаемо. Николай Алексеевич. Пускай у вас все время будет прекрасное настроение. Улыбайтесь всем и вся. Отлично. И еще один фотограф. Благополучие. И вот это все вместе получается такая синергия потрясающая, да? Пожелаем именно этой синергии. Да, ну, конечно, синергия без финансовой, конечно же, составляющей тоже, она не очень синергична, да? Так, и в наш волон один из наших участников. Владимир представляет. Попробуем. Будь, смотрит. Интернет весь смотрит. Музыкальное представление. Я желаю тебе вовремя. Споем. О, и вы будете петь. Давайте поплывем. Громко. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Спасибо вам огромное! Дорогие друзья, сегодня мы поговорили с вами о профессиях будущего. Мы вспомнили такие профессии, о которых еще не знаем, возможно, не знает те, кто стоят на остановках, а мы вам можем сообщить, в каких университетах вы можете обучаться. Мы успели получить даже поздравления и на английском языке, и музыкальное сопровождение. А также мы познакомились на английском языке с вами. Я хочу передать слово нашему Данилу. Он скажет несколько вам слов. Данил, скажи, пожалуйста, сибирякам, ну что ты чувствуешь сейчас? Расскажи, пожалуйста, на английском языке. Well, I feel happy now that since you have been friends, you are here helping us create this movies and with IT support, I have learned a lot of new things and I hope you will. Отлично, спасибо большое, Данил. Данил, у нас с какого города? Город с Дубая. У нас Данил приехал, он замечательно у нас вообще творческий такой человек. Он преуспевает, и любимое его занятие – это говорить на английском. Вот этим увлекается молодой человек и путешествует. Дорогие иркутяне, милые педагоги, руководители, спасибо вам за то, что вы пришли к нам в гости. А также хочет Дмитрий Игоревич добавить. Меня видно? Ребят, я хочу... Нет никого, они не знают. Сейчас, секунда, кто смотрит эту запись, обязательно смотрите эту запись до конца, и вы узнаете, чем мы вот тут занимаемся, и чем, что означает вот эта вот зеленая материя на заднем фоне. А видит нас сейчас весь YouTube, я точно знаю. Так, Иркутск, видно, слышно. Итак, ребят, я хочу с вами поделиться еще тем, что, чем мы вообще тут занимаемся. И наверняка у вас такой возник вопрос, что за зеленая материя у нас сзади. Был такой вопрос? Интересно, что за зеленая такая материя? Интересно, ребята? Конечно, интересно. Да. Мы тут снимаем фильмы. Тут ребята за два дня уже составили сценарий. Их обучили самые крутые профессионалы в киноиндустрии. Это продюсеры, звукорежиссеры, операторы, сценаристы и так далее. Ну, в том числе и наш центр интернатива, мы обучали мультфильмам, а другие ребята обучали по созданию, как создавать короткометражные фильмы. А вот эта вот зеленая материя, это называется хромакей. И тут ребята пользуются самыми лучшими инструментами, техническими средствами, которые есть вообще тут в Казани и в Республике Татарстан. Тут очень дорогостоящее оборудование, чтобы вы знали, и все, кто будет смотреть это видео, знайте, что в Казани одно из самых лучших кинопродюсеров. Это факт. Так вот, тут сейчас мы создаем мультфильмы и интегрируем их еще с кинематографом. И мы создали этот мультфильм о том, чем мы занимаемся, для вас. Поэтому мы можем приступить к просмотру. Я знаю, что вы мультфильм прислали нам тоже. Слышите нас? Мультфильм делали нам? Да, сделали. Замечательно. Делали. Мы посмотрим мультфильм. А также вы посмотрите о том, чем занимаемся мы в мультфильме. Дорогие друзья, спасибо вам всем за внимание. А я в свою очередь, вот я думаю, кто-то что-то хочет добавить у нас. Я думаю, вот просто видно по лицу, наверное, у нас ребята хотят добавить ответ вот на такой вопрос. Вот Тюлай, вот по девочке вижу. Что-то хочешь сказать? Тюля, вот Тюлай. Что? Юля сейчас сказала, что она очень любит Тюпрен. А что такое Тюпрен? Тюпрен помогает научиться говорить по-английски, писать на английском. Сегодня Юля, она по несколько часов у нас занимается Тюпрен, и вот почему-то вот я вижу, ну давай, что ты хочешь сказать? Вот Тюлай, я просто вижу, что они хотят что-то вам сказать. Что ты любишь делать? Отлично, очень любит кататься на лошадях, нет? Да. Вот приезжай. Так, спортсмены, гость наш, вот приезжай. I like play football and volleyball and read books. Так, футбол, волейбол, читать книги. Ну да, сплошные интеллектуалы. Вот, ну, да, молодой человек. I like school.
А, компьютерные игры. Ну да, интеллектуальные особенно. Do you like Chopin? Какой интересный игр? I like reading books. Reading books. А ты что, читать книги? Ну я хочу сказать, дорогой наш эксперт, Николай Алексеевич, скажите, пожалуйста, напутственное слово ребятам из Иркутска. Что им делать в жизни, чтобы быть счастливыми? Самая главная профессия на земном шаре – это профессия кинематографиста. Осваивайте ее, через нее вы познаете весь мир. И будьте счастливы всегда. Удачи вам! Спасибо! Бай-бай! Переходим к фильмам! Вера Михайловна, Вера Михайловна! Наши ребятишки подготовили песенку про семью и хотят спеть вам эту песню и пожелать вам удачи. Вы оставаться не хотите, с удовольствием послушаем. Громко-громко. Готовы? Громко. Дэдди фингер, where are you? Here I am, how do you do? Давайте посмотрим. Пока!